Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами выживать в игре под названием Sheltered, это второй сезон, и... Да, куда мы с вами давно не ходили? Давайте отправим, наверное, Гасса и... Сейчас посмотрим, какие у него... Ага, Томас хочет спать. Ну ладно, давайте, пускай выспится, наверное, да, потом сходит в душ. Может, Ширли или кто? Или кто? Мэтью. Гас и Мэтью пойдут на этот раз. На этот раз пойдут они начать экспедицию. Нет. Давай-ка Мэтью будет первый. Хорошо. И Гас будет второй. На подхвате. Наш Рэмбо Гас. Гас Рэмбо. Так, давайте посмотрим, где мы давно не были с вами. Торговый караван. 30 дней, 22 дня. Окей, здесь 13 дней. Ну и здесь мы недавно были везде, да? Хорошо, тогда мы отправимся, значит, с... Как? Значит, как мы отправимся с вами? Вау, маленькая ферма, 101 день, 102 дня. Маленький дом. 3 дня, 18 дней. Давайте вот так, наверное, и отправимся. Вот так. Я не помню, где у нас здесь вообще свалка. Большая автозаправка. Фабрика есть. Отделение полиции. Аптека. Угу. То есть... Маленькая свалка. Можем, в принципе, и сюда вот зайти, да? Маленький магазин хозтоваров. Отделение. Я даже не знаю, где вот наши оставшиеся две шины искать. Ну, давайте пойдем, наверное, как-то... Как-то вот так. Захватим караванчик, наверное, да? А потом... Большой дом, большую аптеку, большую фабрику. Магазин, магазин. Школа. Большое отделение полиции. Потом... Пойдем, наверное, в большой дом, в средний дом. Маленький, большой. В этот большой. И вот, наверное, как-то вот так вот пойдем. Маленькая свалка. Так, и большую свалку захватим. Офисный комплекс, больницу и большую фабрику. Во как. Не, погоди. Вот здесь еще маленький супермаркет есть. Так, большой дом, да. Вот так, наверное, и пойдут. 83 буквально единицы воды. Ну, не знаю. Если они будут довольно быстро справляться, или я буду довольно быстро справляться, тогда мы, конечно, успеем это все за одну серию. Но я, если честно, сильно сомневаюсь. Но хочется, конечно, уже наконец-то найти эти две шины. Блин, они... Ох, как они меня достали уже. Эти неуловимые шины. Так, окей. Давай по масочке, по сумочке и по бронежилетику. Хорошо, больше ничего с собой не будем брать. Так, маску, большую сумку, бронежилетик и... И какой-то нож, наверное, да? 6, 9... 14, 11. Да, ножик. Установить, хорошо. Все, чуваки, давайте, удачи. Притащите, пожалуйста. Можете вообще ничего не брать, только две шины притащите, чтобы и бензинчику побольше. Чтобы мы сразу же буквально в скором времени заправились, починились и на колесах себе рассекали. А то что-то слишком... Слишком задержались мы с этим. Ну, я в этом не виноват, друзья. Это игра. Так что... До сих пор многие из вас просто пишут в комментариях, что... Не могут найти, допустим, веревку. Не могут найти вообще еды. Ни одной штучки. У нас не было... Вот сейчас у нас проблема с трубами. До этого были проблемы, помните, в ранней версии, которую мы проходили, были проблемы с веревками и еще с чем-то.
С железом были проблемы, короче. В общем, ну, как игра посчитает нужным, так она предметы и выдает. Это, с этим ничего не поделаешь, к сожалению. Так, Джо, попей водички и, наверное, прими душечек. Душечек. Мия прибралась. Мия намного эффективнее справляется. Более эффективно, чем Рэйчел. Рэйчел прячется, ей стыдно. Видите, она спряталась за... За Томасом спряталась. Не надо меня ругать, пожалуйста. Так, что там у нас? Давай, смотри. Так, как у нас там обстоят дела с нашим планшетом? Давайте так посмотрим традиционно, в общем. Солнечная панель 55, солнечная панель 56. Большой холодильник еще пускай будет. Водяной фильтр. Да, в принципе, можно выбраться и уже все починить. И этим, конечно же, займется у нас Томас. Томас, ходи. Ходи на починку всего, что есть вне убежища. Так, давайте приблизимся. Посмотрим. Опять какой-то неадекват, наверное, будет. Маленький дом. Эй, привет! Торговля. Я ищу несколько вещей, если тебе интересно. Так прямо встретить кого-то, кто не совершает обмен под дулом пистолета? А у нас ничего нет. Та-та-та-та-та-та. Тебе ничего не понравилось? Я практически отдавал все даром. С тобой явно что-то не так. Может быть, в следующий раз у тебя прибавится ума? Вам бы здесь ума не помешало. По крайней мере, ум не дает таких дырок на одежде, да? Что там у нас? Давай посмотрим. Поломанный телевизор заберем. Игрушки заберем. Книгу заберем. Рука манекена заберем. Да, не густо, конечно, в маленьком доме. Но на то он и маленький, видимо, да? День 174. У нас. Так, давай посмотрим, что за место. И посмотрим, я вот не помню. Ага, перерабатывается еще, хорошо. Так. Как всегда, в общем, я... Так, погоди, Томас. Ты так просто не уйдешь. Тебе нужно чинить все. Главное не упустить его. А то сейчас нырнет назад. Я провтыкаю. Ты там? Я здесь, чувак. О, еще один Томас. Что-нибудь нужно? Или у тебя есть что-то на продажу? Хороший солдат должен быть подготовлен, сынок. О да, ты везунчик. Я нашел тебя здесь, прежде чем стало слишком поздно. Какой-то странный у тебя голос и манера разговаривать, чувак. Ты вроде бы не седой и не в военной форме. Но что-то ты себе такое позволяешь вообще. Наглые. Наглые люди. А, Томас. Томас. Иди чинить. Еще чинить. Справился он уже, видите ли. Так, и это заберем. Башка манекена. Давайте заберем пока что. Транзистор тоже заберем. И все. Так, Томас еще починит наш кислородный фильтр. О, да, кстати. И заберет добычу силка, потому что у нас холодильник-то работает, а там буквально 3 или 4 мяса. Опять наша отличная плита сходит с ума. Посмотрите. Полтергейст, короче, как всегда. Завелся. Пустырь. Или какой-то зубастик залез. Ничего себе! Так я здесь не один? Ну, типа да. Кажется, никак. Ай. Кажется, никак. Ничего себе, говорит. Я здесь не один. Мэтью отвечает. Кажется, никак.
Тогда, как я понял, тебе понадобятся кое-какие вещи. Это ты называешь вещами? Ой, чувак. Не надо. Давай мы с тобой сделаем обмен. Вот я тебе руку манекена, а ты мне ногу манекена. Нет, не хочешь так? А как ты хочешь? Давай я тебе еще башку манекена отдам. А ты мне только ногу. Придется пойти на такую нечестную сделку, друзья, так что, так как нам нужно прокачивать наших персонажей. Если бы у тебя были вещи получше, мы, вероятно, заключили бы более выгодную сделку, но тебе просто придется довольствоваться тем, что есть. Какая печаль! Как же я это переживу? Не знаю. Так, окей. Джо, иди-ка ты поспи. Джо, спать. А потом есть. 11 мяса, вот нормально. Хорошо. Так, Томас, что тебе нужно? Ничего тебе не нужно. Мия, что тебе нужно? Тебе нужно поспать. Иди вон, поспи. Так, Джо у нас спит. Ширли. Ширли-мырли, чем ты будешь заниматься? Да фиг знает, чем ты будешь заниматься. Ты можешь, конечно, лампочек понавтыкать, но нам не хватит топлива на... Я надеюсь, на наш фургон, который мы в ближайшем будущем должны, просто обязаны сделать. Плита. Плита. Так, ладушки. Томас, почини, наверное, холодильничек, пока ты свободен. Что за предметики? Бензинчик, хорошо. Куча металлолома тоже отлично. Радио. Шерсть возьмем. Мотор возьмем. Кожу возьмем. Больше ничего не возьмем. И где наши товарищи есть? А, они только подходят к самому многообещающему Брукдичу. Окей, придется подождать. Или просто сделать вот так. Пит голоден. Покормим. Если кто-то к нам придет в убежище, друзья, в красных кедах и более-менее опрятно одетым, ну вы понимаете, почему, да? Я его возьму, чтобы было веселей. И тогда можно будет две группы сразу отправлять. Ой, подожди. Я не то нажал. Просто задумался не о том, о чем надо. Так, металлолом, хорошо, бензинчик еще. Гвоздик нет, ведро. Давай возьмем ведро, почему бы и нет. Банка. Стеклянный кувшин со сколами и трещинами, его можно переработать. А что я из тебя, дружочек, получу? Из стеклянного кувшина. Он вроде бы как с крышкой, видимо, я получу металл со стекла. Что со стекла можно получить? Хм. Но мы ни разу не брали. Вообще, банки как-то по банкам не выступал. Я не любитель пустых банок. Они невкусные и на зубах хрустят. Да больше ничего не будем брать. Короче, ничего нам больше не надо, что ты прицепился со своей банкой. Джо, скушай мяско. Ну что там, переработка? Переработалась? Нифига не переработалась. Еды дофига. Жителей не так, чтобы много. Ну и не так, чтобы мало. Можно, конечно, сразу две группы отправлять. Но пока что слишком мало, друзья. Вот мне, вы мне пишете очень часто.
и советуете этим вот заниматься. И я не жажду, если можно так выразиться, этим промышлять пока. Можно, конечно, по двое сейчас отправлять, вот, и сколько у нас... Да, два человека бы оставалось в убежище. Даже не знаю как-то. Стрёмно мне за них. Сроднились мы с ними. Не могу. Не могу. Томас, попей. Ширли, сходи. Ширли, будешь много спать, будешь много убирать. На полном серьезе тебя предупреждаю. Предупреждаю. Клейкая лента, банка краски. Нет. Мы просто там несколько аптек должны посетить. Я думаю, что я опять аптечек понабираю. Кто-то из вас, друзья, мне написал, почему ты, у тебя куча аптечек, ты ими не пользуешься, зачем ты их берешь? Пусть будут. Я так и ответил. Пусть будут. День 175. Пусть чай будет. Кому они мешают? Тем более наша кладовая, не кладовая, а... В общем, наши ящики позволяют это делать. Почему бы нет? Кто его знает, что нас будет дальше ожидать? Какие неприятности. Масочку вернем. Отлично. Так, телевизор третий. Третий телевизор уже. Руку я не буду брать, я буду по ногам выступать. Ножки-ножки. Кривоножки. Давайте возьмем, наверное, еще одну канистру бензина. Может, сжалится игра. Все-таки, как-никак. Мия в душик. Давайте мотнем немножко. Мы тут кое-что интересное нашли. Кажется, человек в беде. Может, ему помощь нужна? Че, вы добрались уже до квеста, что ли? Маленькая автозаправка. О, реально помощь нужна. Привет, друг. Добро пожаловать в мой торговый караван. Здесь у меня есть много разного. Пожалуйста, взгляни. Давай посмотрим, сможем ли мы хорошо поторговаться. Вау. Слушай, а у тебя здесь довольно неплохие вещички, как я погляжу. Шерсть, металл. Шерсть одна штука, это 24 получается нужно, да? Давайте, наверное, сделаем так. Мы возьмем книгу. Мы возьмем одну игрушку. 50, вот. Теперь можно гулять. Бинты. Цена обмена 5. Бинты мы, в принципе, можем сделать, хотя... Так, возьмем, короче, всю шерсть. Жалко вот, что у нее труб нет. Я бы трубы сейчас, вот сколько бы у нее не было, я бы все напросто отдал за хотя бы 30 труб. Но труб у нее нет. И это очень паршиво. Так, антирадиационные таблетки у нас есть. Чё у тебя такое еще? Еще такое вот, какое-то такое вот, чего бы-то. Чтобы не занимало особо места. Но было довольно полезно. Мотор давай возьмем. Два металла по любасу заберем. Ткань. Ну, обгоревшую одежду. И что-то еще. Каких-то две штучки. Два гвоздя. Зачем мне два гвоздя? Нейлон. Давай нейлон возьмем. Да и все, наверное. Вот так. Хороший обмен, мой друг. Я буду продолжать искать полезные вещи во время своих путешествий. С нетерпением жду нашей следующей встречи.
Вирджиния такой вот, в общем, у нее голос такой вот, как будто ей все по барабану. Покупаешь ты, не покупаешь ты. Вот есть иногда такие, знаете, не знаю, встречались вам, друзья, в жизни такие продавцы. Подходишь, отмороженные. Ой. Мороз. Морозилка, короче, 40 градусов. Вот по барабану. Ты их что-то спрашиваешь, они так спокойно отвечают. И поверьте, они знают, просто реально знают свое дело. Не такие вот подорванные, которые там подходишь, что-то спрашиваешь. Как собаки, блин, кидаются. Так неприятно вообще. Так, гвоздь, клещи, это нам не надо. Нифига нам из этого не нужно. Скажем дружно, нифига не нужно, нифига не нужно, скажем дружно. Да. Как-то странно, я только что буквально записывал Fallout Shelter. И как-то не мог, то ли не мог втянуться, то ли она вот как-то на... У нее есть такая особенность неприятная. Вот поначалу она очень туго идет. Очень туго. Ты долго ждешь. Полчаса. И потом еще полчаса. Потом час проходит. Нифига не происходит толком. И ты собираешь эти крышечки гребаные. Я ничего не имею против. Вы поймите меня правильно, друзья. Я просто... Говорю так, как есть, вот на самом деле. Потому как... О, смотри-ка. Мы вернули себе мягкую игрушку и книгу. Так что, кто только что буквально 2 минуты назад кричал, что... Зачем ты так торгуешься? 50 отдал за 36 или за 35? Или за 32? Все, спокуха. Все нормально. Реально, все нормально. Так... Электрическая плита. У нас мало их. Слишком мало. Да, а вот здесь, в шелтер, я почему-то захожу и так... Чики-пуки. Барабуки. Может, потому что второй сезон, хотя там тоже. Но против Fallout Shelter я ничего не имею против. То есть вы должны меня правильно понять. Она просто сначала вот такая тягучая, мазучая, такая тянет кота за хвост. Вот как в виде сериалов. Вот есть прикольные вроде сериалы, блин, пилоты такие. Понятно, что пилот это пилот. Но есть такие сериалы, вот первые, допустим, две серии более-менее нормальные. А потом как начнут ляму тянуть, ё-моё, и думаешь, смотреть дальше или не смотреть дальше. А есть, которые сразу вот ритм держат, блин, из серии в серию, просто ух, ух. И это очень классно. Успокоительное, давайте возьмем успокоительное, давайте возьмем, а чё мы ещё возьмем? Батарейку. Точно. Петли, пластик и радио не буду брать. Рубильник. Вот. Хорошо. Блин, уже 30 вещей собрали. Нормальненько так, нормальненько. Ничего себе. Так, давайте посмотрим, кто чего хочет. Мия хочет кушать. Мия хочет кушать, Мия хочет пить. Она выпьет водички и съест мяско. Главное не забывать, вот я сейчас себя словил на мысли, что я-то, конечно, отправил Мию покушать мясо, но я не посмотрел, насколько она грязна. И нужно за этим очень грамотно и довольно серьезно следить, а то отравление совсем неприятная штука. Особенно для Ширли Мерли. Которая убирается и тут же все равно грязно. Опаньки, нифига себе. Так, ну это мы брали. Это мы брали, это мы брали, это брали. Главное, что у нас есть две ноги манекена. Что очень и очень крутецки. Рубильник брали. Гвозди не брали. Что там у нас? Линза 40,
кордит. Наждак. Я не помню, наждак можно нам переработать? По-моему, нет. Это же инструмент. Я просто иногда желаемое за действительное. Хочу принимать. Так. Ну. Да, больше ничего мы такого не брали. Ноутбуки. Ну, они нифига не дают. Они дают только предохранители всякие-то. Конденсаторы. Не особо, да? Ладно. Это они, походу, были в хозяйственном магазине, да? Не, а, на большой фабрике? Серьезно, на большой фабрике так мало вещей? Ой, печалечка. Нормально, смотрите, как они быстро обошли. Столько точек. За 2 дня буквально. Ну окей, я не против. Почему бы нет? Ща, погоди, кто там звонит в двери? Чё хочешь? Джеффери. Пошел в жопу, Джеффери. Ты вот уже с 10-го, по-моему, раза не понимаешь, что тебе стоит идти в самую дальнюю пустошь. Туда, где не ступала нога человека. Мия приберется, может, будет поэффективнее. Наверное, да? Вау. Молоток. Томолок. Томолочек, томолочек. Я вот сейчас на молоток смотрю и сразу вспоминаю этот Shadows of Kurgansk. Блин. Какая же жестокая игра. Трубы! 2 трубы! Какое счастье! Дофига инструментов, кстати. Тутыка. Так, металлоломчик возьмем, ведро возьмем. Пружина уже 3-я попадается, по-моему, да? Веревку тоже возьмем. Ну и пружину, наверное, тоже возьмем. Пускай будет. Если что, можно будет, как всегда, поменять. 2 провода. Давай тоже провода возьмем. Если мы повстречаем кого-то, то с кем-то сможем обменяться. Но у нас есть что обменять вообще-то. У нас есть игрушки и есть книги. Хотя знать бы, какой из инструментов сколько сейчас стоит и каждый из них, было бы неплохо. Гаечный ключ, допустим. Тоже сразу вспоминаю Shadows of Kurgansk. Пам-пам-пам. А есть 2. Есть 1. Есть 1 или нет 1. Да ну их нафиг, короче. Справимся и так. Чё нам, впервые что ли? Томас спать. Ширли пить. Ширли мыться. Потом Ширли жрать. Джо ходить в туалет. Чуть неприятную вещь не сказал. А Мия сходит, возьмет костюмчик и заберет мясо. Так, взять добычу. Здесь у нас 82, 90, 90, 90, 73, 90, 52. О! Починилка. Починилка. И это мы не брали. Башку не брали. Брали, только отдали. Транзистор брали, да. И что там еще? Трубы вы где? Блин. Что это такое? Ну ладно. День 176. А я дядька холостой. Приходи ко мне зимой, будем танцевать. Я здесь, чтобы совершить обмен на справедливых чувак, если у тебя есть трубы, я просто выйду, заставлю каждого из наших жителей выйти и поцеловать тебя в...
В лоб. Нет у него труп, блин. Не труп. Нет. Не труп. Б. Не труп. Давай на воду, чувак. Вот давай на воду. На 20 воды и... Чё б тебе такое влепить? Чё вот тебе такое? Лупануть, дружок. Чё-то у нас вот дофига всего и... предохранитель один, вот, хорошо. Спасибо, чувак, приходи еще. День 176. Хорошо принимать гостей в укрытии снова, хоть они и ругают нас за то, что у нас постоянно горят светильники. Конечно же, мы тратим драгоценное топливо. Ах, какой раз я уже это читаю, друзья. Так, погоди, вернуть костюм и... сходит в туалет. А потом, наверное, Мия сама справится, чтобы добраться до постели и просто вырубиться. Кто чего там хочет? Ширли опять спать хочет. Ты, блин. Соня. Тебя надо было назвать Соня. А не Ширли. Мырли. Хотя Ширли Мырли тоже более-менее подходит. Давай посмотрим, что у нас тут. Так, и это брали, брали. И это брали, и это брали. Трех хватит, я думаю. И как всегда инструмент, блин. Вот в школах инструмент дофига. А шины нет. До сих пор ни одной. Вообще совсем. Так, и с падки, наверное, отправлю ее. Хорошо. Пам-пам-пам-пам. Давайте еще одно, наверное, местечко осмотрим и... будем, наверное, заканчивать. Томас, твоя очередь убираться. Извини, чувак, но... да, такова уж Селяви. Как ее ты не крути. Так, у нас там с... ага, пока еще не готово. Окей. Давайте мотанем. Мотанем. Приблизимся к незнакомцам. Где это мы? Большое отделение полиции. Вау, такого фона я еще не видел. И вы, скорее всего, тоже. Ну, у нас по прохождению, да? Всем привет! Черт бы побрал эту пыль, правда? Правда? Смотри, если ты хочешь совершить обмен, мы могли бы выручить друг друга. Ну что же, это действительно означает, как будто мы можем, как это говорится, ударить по рукам? Давай ударим по рукам. Почему нет? Запросто. Я знал, что ты собираешься обмануть меня с того момента, как только увидел. Настали безысходные времена, иногда у тебя просто должно быть что-то. В следующий раз я не буду таким простофилей. В чем простофильство? Чувак, ты канистру поменял на канистру, нормально все. По-моему, более честного обмена ты сейчас нигде не встретишь. Даже в реальной жизни. Вау. Вау. Вот это полный вау. Аж глаза разбегаются. Так, это заберем, это заберем, это заберем. Чего еще мы заберем? Провода? Нафиг провода. Пистолеты давай. Гранату в первую очередь. Винтовку. Пистолет. И от чего-то можно избавиться. Чего у нас меньше всего? Телевизоров, скажете вы. Да. Проводов у нас 50. Нафиг не нужны еще два.
Пистолет 6 урон. Тут 12. У нас есть два пистолета, у нас есть две винтовки, но это на 4 человек. То есть, если придут рейдеры и будут как-то отбиваться наши... Хотя наши выжившие не отбиваются, но... Как минимум можно две ловушки поставить, правильно? Давайте возьмем, наверное, еще одну винтовку. Потому что пистолеты, походу, не ставятся на... Не ставятся на ловушки. Только винтовки ставятся. Трех пистолетов, я думаю, будет предостаточно. Вот с гранатами проблема. У нас их только, по-моему, две. Так, ну ладно. На то он и полицейский участок, чтобы там было оружие. Хотя на 176-й день апокалипсиса и полного беспредела на поверхности земного шара, я думаю, что давно бы уже ни оружия, ни патронов не осталось бы. Вот как-то, не знаю, что-то мне подсказывает, друзья, опять же. Так, ну что там, где они? О, сразу же? Вау. Так, понял, хорошо. Давай возьмем две. Так, это заберем, это заберем, это заберем. А, не могу больше. А почему? А, пять всего, да? Масок тоже пять? Серьезно? Когда я успел? Я... От кувшина откажусь, лучше маску возьму. Нога! Здравствуй, пятая нога. Я тебя нашел. Ты пойдешь со мной. Вот это будет шоу. А, больше ничего не берем? Нет? Я бы две канистры бензина еще взял. Серьезно. Пластика 78. Может, от одной маски отказаться? Или противогаза? Газа будет против или не против? Наверное, я поломанный телевизор поменяю на... Да. Вот так мы сделаем. Может, пластинку еще? Ладно. Ладно, друзья, в смысле того, что мы, наверное, будем делать перерывчик до следующей серии. Потому что реально я не влажу в получасовой формат, по-моему, уже. Ссылка на плейлист в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. Увидимся в прохождении Fallout Shelter. Shelter. Да, да. Ну, никуда не денешься. Все равно придется хоть название путать. Никуда от этого не денешься, друзья. Давайте я, наверное, паузу нажму, вот, чтобы не отвлекаться. Увидимся в других видео тоже. Спасибо, что смотрели. Пока. Пока.